Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоз, и сегодня мы поиграем в симулятор питомцев, ну или, может быть, симулятор клонирования питомцев. Я даже не знаю, первый раз зашел с вами вот в игру, если вы играли, можете написать об этом в комментариях. Здесь у нас есть злые грибы какие-то, так, а чем мне с ними надо сражаться? О, воу, действительно, надо сражаться, у меня в самом начале появилась вот такая собачка, и кажется, она... получает слишком много урона, и она погибла. Нет, как мне ее воскресить? Собачка, воскрешавка, давай, поднимайся, ну чего ты? Так, а видимо, мне еще слишком рано. Так, о, она вроде бы воскресла, или я не знаю что, но она, короче, у меня опять жива и кушает у меня ягодки. Короче, нам надо кормить наших питомцев, собирать сюда и приносим здесь у меня вот... О, два яичка, ребята, готовы. Так, что мне с ними делать? Как мне их поднять? Непонятно, да? Я... А, вот, Е нажимаю и открываю яичко. Есть! Еще одна собачка и еще одна собачка. Отлично, теперь у меня три собачки. Смотрите, я какой собаковод. Так, ну что, еще раз попробуем уничтожить этот. Давай, давай, давай. На, втроем налетайте на этот злой гриб. Уничтожайте его, псы воины. Вы победите. Так, или... Да, мы победили. А с него выпало, смотрите, еще одно яичко. Вау! Ну-ка мы сейчас поставим сюда. Так, есть, поставили. Так, о, у меня собачки мои воскресли. Так, давайте мы еще попробуем сейчас. Так, атакуйте, 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 атакуйте. Может быть, с него еще сейчас яичко выпадет, ребята. Сейчас мы это проверим. Пэмч, пэмч. О, да, действительно, выпало еще яичко. Так, а давай еще мы на тебя нападем. Так, давайте нападаем, нападаем, нападаем. Пёски, нападайте на него. И сейчас у меня еще больше питомцев должно быть. А сколько я всего могу носить? А здесь не написано, сколько я могу носить. Но у меня помещается только 20. Так, собираем. Смотрите, у меня сейчас будет сколько яичек. Я здесь насобирал. Так, а что, я денежки принес, да? Ну-ка, ставим сюда яичко. А сюда... Сюда тоже могу поставить. Вау, а я здесь, смотрите, сколько яичек могу поставить. Обалдеть. Так что давайте мы сейчас соберем. Мне еще сколько надо, получается? Так, а что не атакуют? Собачки, атакуйте, давайте. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть яичек могу поставить. Ничего себе. Ничего себе, вот это да. Плюс я могу их еще всех покормить. Так, давайте, нападайте, нападайте. А что этот... У меня одна собачка получила много урона, и теперь... Ну, она уже восстановилась, это круто! Так, давайте сейчас мы и здесь тоже уничтожим. Есть, отлично, они еще появляются, так... А, здесь, смотрите, телепортация можно, можно телепортироваться. Так, выставляем сюда, вставляем еще. Так, мне еще 4 яичка надо, 4 грибочка. Так, атакуем, ребята, атакуем, 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 все вместе! Атакуем злые грибы. Я не знаю вообще, правильно ли я делаю, но надеюсь, что правильно. И сейчас мы сможем еще больше получить питомцев. Так, атакуем, атакуем, атакуем. Так, а что вы передумали? Атакуем. А, это смотрите, у нас один получил много урона, а вот теперь он ожил и тоже помогает своим братюням. Так, все есть, уничтожили, уничтожили. И теперь мне еще два яичка надо, да? Наверное, я так полагаю. Так, оу, смотрите, у меня двое щенят получили много урона. Но они уже восстановились, они восстановились. Блин, прикольный симулятор выглядит. Мне нравится, ставлю лайк. А ты поставишь ли мне лайк на видос? Надеюсь, ты поставил уже лайк под видео. Но еще на канал не забыл подписаться. А я иду сюда ставить... А еще одно яичко мне нужно будет. Еще одно яичко. Вот, давайте, ребята, атакуем, атакуем, атакуем. Все, сейчас последнее яичко будет, которое мне нужно будет забрать у этого грибочка. А там, смотрите, ребята, есть еще питомцы. Ой, питомцы, враги какие-то, с которыми тоже нужно будет сражаться. Так, ставим сюда. Все, последнее, сейчас мне надо будет принести много еды, да? Так, давайте... Ребята, кушайте, кушайте сразу, собираем три кустика, отлично, смотрите, сколько у меня собирается,
Целая куча клубничек у меня есть, собрали, так, но еще рюкзак у меня не заполнился, так что надо еще пойти собрать 3 кустика. Так, сразу 3 кустика собираем клубнички, обалдеть. Так, это что это такое? Бесконечная у меня получается сумочка предлагает, но мы пока ее не будем покупать. Так, приносим и раздаем. Оу, жесть, смотрите, как сложно оказывается будет сейчас накормить всех подряд. Все яички-то будет сложно кормить, все кушать хотят, да уж, интересно. А я могу сразу на 1 кустик направить всех своих питомцев? Так, ну-ка попробуем, так, давайте, ребята, сюда, сюда, сюда. О, да, смотрите, я могу всех 3 направлять, так, 1, 2, 3. Все, они сейчас 3 будут быстрее делать. Так, нет, отправляемся на базу и опять подкармливаем все. Так, и сколько мне таких заходов придется-то делать, ребята? Даже я не знаю, не представляю. Еще смотрите, у меня есть коины, да, а на эти коины я пока что даже не знаю, что нужно покупать. Это у нас здесь за робуксы всякие, бусты и прочее. А есть же еще что-то другое есть, где мы можем что-то за коины покупать. Вот, есть магазин, ребята. Есть магазин, сейчас мы пойдем в магазин, посмотрим. Что же мы там можем получить? Так, мы, скорее всего, можем свою сумочку увеличить, да? Ну-ка, здесь магазинчик, идем сюда. Да, ребята, смотрите, мы можем увеличить свою сумочку. Можно бесконечную сумочку такую получить. Она стоит у нас 685 робаксов, но у меня столько нет, конечно же. А вот это что это такое? О, это у нас тоже за робоксы все, да? А это сколько робоксов? 195, ну прикольно, но пока что у меня нет столько робоксов, так что мне придется пока что собирать там 1500 коинов, мне надо, чтобы сумку увеличить. Поэтому мы с вами хорошенько постараемся, чтобы набрать себе достаточно много коинов, чтобы купить себе сумочку побольше. Так, это все мы продаем. И сколько мне еще остается? Думаю, еще пару раз мне надо сходить и собрать вот эти ягодки, чтобы все заполнилось. Так, сколько же мы раздаем? Блин, а сколько же питомцев мы получим? И еще интересно, сколько мы сможем с вами с собой носить питомцев. Я надеюсь, что это не 3 питомца. Так, есть, опять заполнили. Опять сейчас раздаем. И все получают. Да, еще 1 раз надо будет сейчас мне сгонять. Собрать вот эту всю клубничку. Так, давайте, щеночки, собирайте. И сейчас мы сделаем целую кучу вам, друзей. Так, и еще разок вот так вот мы сгоняем. И собирайте. Так, все, заполнили, да? Сдаем, и все яички готовы, ребята, жесть. Так, и что получается? О, черная собачка у нас, да, есть. Так, еще открываем. Итак, о, у нас какое-то деревце появилось. Так, теперь сейчас что? Опять черная собачка выпадает. Так, грибочек у нас есть. Дальше следующий, это, оооо, 8% шанс был, мосбол, вот это да, вот это круто, крутой питомец, так, и еще у нас деревце, но по всей видимости мы только 3 питомца можем носить, я так полагаю, да, у нас же не прибавилось, да, вот смотрите, только 3 питомца, к сожалению, мы можем носить с собой. И у меня, кстати, наделись питомцы. Так, я могу тир 2 сделать. Вау, ну-ка давайте попробуем. Объединяем. И где у меня 2-й тир? Вот он, да? А какие у него статы, может быть? А, вот, 5 урона у него. 5 урона. Ну, немного, да? Ну-ка, а если мы вот этот тир 2 сделаем, так, объединяем. И здесь можем тир 2 сделать. Вау, смотрите, а у них у всех по 5 урона. Так что весьма прикольненько. Ну-ка, давайте попробуем сейчас. А хотя давайте, знаете, что сделаем? Мы попробуем сейчас забраться прямо вот сюда. Здесь у нас же лесные злодеи есть 5-го уровня. Ну-ка, давайте, ребята, атакуем! Атакуем, 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 атакуем! Уничтожаем здесь всех! И, в принципе,
Нет, не получилось, не получилось уничтожить, как-то так. Да вы чего? Ну должно же было получиться, почему не получилось-то? Так, вот у меня все восстановились, давайте. В этот раз у вас получится, ребята, я верю, давай. Нет, опять не получилось. Короче, смотрите, я знаете, что предлагаю, давайте мы сделаем здесь тир второй. 7 урона, а сейчас еще сюда собачку мы наденем. Теперь, надеюсь, у меня будет побольше урона, хотя столько же, да? Но зато у меня есть они все второго тира. Давайте попробуем вот так вот нападать. Давайте, у меня теперь вот этот анкоменка есть. Второго тира, давайте, вы должны справиться. Ну, нет, не справляются. Нужно еще больше. Ну-ка, если мы здесь можем собрать... А, у меня все они вышли из строя. Так, давайте сейчас здесь попробуем собрать эти ягодки. Так, ну у меня они все в рюкзак не помещаются. О, нет. Ну-ка, давайте сюда. А, у меня яичек нет, мне кормить некого. Так, ну-ка, так что давайте попробуем здесь эти грибочки уничтожать. Уничтожаем эти грибочки, получаем опять яички. Опять мне целую кучу яичек сейчас надо будет открыть. Так что... Давайте опять занимаемся уничтожением грибочков и сбором яичек. Так, и здесь, и здесь, и здесь. Опять сейчас мне штук 6 надо собрать. Штук 6 яичек. Так, что у меня песик-то один сражается? Давайте, ребята, все нападайте. И все, наконец-то 6 яичек я здесь собрал. Так что давайте мы их сейчас здесь все расставим вот тут по своим местам. А хотя мне же не 6, наверное, надо было, да, а больше. Да, мне надо было гораздо больше. Ну ладно, 6, я думаю, пока что хватит. Сейчас мы отправляемся собирать вот это все. Собирать. Я как раз пойду это все сдавать. А можно их прямо отсюда направлять? Нет, надо самим тоже подходить. Так, ребята, идите собирайте, собирайте, вот так вот собирайте, я бегу сдавать. И мы сразу же откармливаем все. А, смотрите, я убегаю. Они тоже перестают собирать. Так что придется здесь стоять и ждать, пока они наполнят мне полностью, да, рюкзачок? Понятно. Ну-ка, сейчас сколько мне еще раз придется сбегать? Еще один разок. Все, бежим сдавать, ребята. И сейчас пожинаем наши плоды. Опять открываем целую кучу яичек. И что же нам выпадает? Опять у нас есть черная собачка. У нас есть грибочек. Опять у нас мозбол есть крутой. Так, опять деревце. Мы еще их всех сейчас объединим. И надеюсь, получится много чего крутого. Так, продолжаем открывать. Еще и собачек тоже объединим. Надеюсь, сейчас у меня хватит урона, чтобы одолеть победу вон над теми существами. Так, ну что ж, открываем здесь, а я могу сразу всех улучшить, например. А, пока что не могу, кстати, здесь, смотрите, слоты открываются, оказывается, но не все так просто. Так, давайте объединяем тир третий, да, можем объединить. Так, давай, тир третий, есть, объединили, этот тир второй не получается объединить. Так, а я могу еще тир четвертый сделать? Так, давай, тир четвертый. Вау, это деревце. О, хорошо, так у нас прокачалось. Так, здесь тоже объединяем. А здесь могу тир третий. Да, могу и это деревце. Смотрите, мне просто нужно такое же. И объединяю. Так, а здесь это у меня максимальный уровень получается, тир четвертый. Так, давай еще тир четвертый. Окей, объединили. Так, или нет? Нет, не объединили, мне еще нужно 2. Так, а здесь я могу прокачать, отлично. Этих собачек, я думаю, можно уже поудалять, скорее всего, да? Они же мне уже не нужны. Так, да, скорее всего, давайте этих обычных щеночков мы уберем, на всякий случай. Вдруг они нам будут мешать. Так, есть, ребят, смотрите, у меня теперь есть нового тира питомцы. Так, а тир первый, да? Подожди. Ой, не туда зашел. Так, у меня это тир первый, да? А почему написано тир первый? Хотя он тир
Четвертый должен быть. Подожди, ну-ка, так дела не делаются. Вот сейчас написано, что тир третий. Так, давайте мы еще все-таки рюкзачок приобретем. Могу же я его взять? Да, есть. Теперь у меня есть большой рюкзачок. И сейчас мы побежим здесь уничтожать вот этих монстров. Сейчас должно хватить урона уже. Сейчас мы должны справиться. Так, давай. Есть! Вот, новые яички с них выпадают. И мы их тоже с вами прорастим. И посмотрим, кто же там будет. Оу, смотрите, а что нашел? Там еще есть какие-то монстры. Кто это такие? Что это там такое? Ну-ка, хочу пойти посмотреть. Так, запрыгиваем сюда. Здесь это 10 уровня. 10 уровня. Ну-ка, давайте попробуем их атаковать. Так, получается... Оу, мне кажется, мы не сможем им ничего сделать. Они слишком крутые и слишком сильные. Да, мы половину урона только им смогли унести. Так что... Надо возвращаться, ребята, возвращаться и сражаться вот здесь. У этих хотя бы... Какой? Они хотя бы 5 уровень. Хотя бы 5 уровень. Так, давай, наносите им урон, ребята, наносите. И сейчас мы соберем опять несколько яичек. Можно, кстати, вот здесь вот посмотреть, какое количество яичек у меня есть. Так, 3 штуки, да, давай атакуем здесь. И можно будет сразу еще заодно... Здесь пособирать ягодки, да, чтобы наши яички проросли. Так, и теперь здесь тоже атакуйте. Соберем. Сколько нам штук надо? Там, по-моему, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук надо, 9 яичек, да? Так, ну у меня уже там 3 яичка, по-моему, стоит. Да, 3 яичка есть, значит, мне 6, в принципе, подойдет. Так, последнего мы уничтожаем здесь. И давайте, ребята, собираем здесь ягодки. Ягодки соберем и будем возвращаться на базу. И будем проращивать еще наших новых питомцев. Так, давай здесь собирайте. Здесь уже, наверное, сразу троих надо на один кустик отправлять. Так, давай сюда отправляем. И у меня, смотрите, сумка до сих пор еще не заполнилась. Отлично. Отлично, мне это нравится. Так, сюда тоже отправляем. Собирайте, собирайте. Только у нас грибочек как-то мало собирает вроде бы. Очень-очень мало. Медленно, мне кажется. Но, да, он второго тира, потому что. Поэтому и медленно собирает. Но, ничего страшного. Так, есть, мы заполнили все. А, так, давайте и яички сейчас мы все выставим. Так, отлично. Здесь выставляем, 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 выставляем. Еще два, еще одно. Так, есть. А эти у нас уже проросли, получается, да? Вот это, да, вот это поворот. Так, открыли мы все. Можем мы здесь дальше прокачать? Дальше мы не можем. Но зато можем вот это дальше прокачать. Еще дополнительно сделать третьего тира. Так, а почему у меня грибочек второго? Он же должен быть тоже третьего тира. Как-то они странно надеваются. Так, сейчас я хочу прорастить вот эти, да? Но мне для этого очень-очень много надо будет собирать ягодок. Поэтому мы сейчас... Пойдем заниматься этим как раз. Давайте, ребята, собирайте ягодки. И пойдем мы там прорастим потом все наши яички. Итак, все яички у меня готовы. Можем открывать. Так, комонка выпадает. Так, о, даже рарные здесь есть. Ну-ка, давай дальше открываем. Кстати, ребята, смотрите, я так понимаю, здесь можно вот так вот быстро все наоткрывать. Так, бам-бам-бам-бам. И все яички собрать. Вау, у меня есть вот такая анкомонка, и у нее 10 урона. А у этих по 8. Если мы сделаем тир второй, то получается 9 урона. Вау, они еще круче. Смотрите, какие здоровские. Ну-ка, давай здесь эти грибочки сделаем. Тир третий. Так, тоже по 9 урона получается, да? А это 10, это... Вау, это просто что-то здоровское. Но вот этих питомцев, скорее всего, уже пора убирать, потому что... А что это такое? А, это мультипродажа, надеюсь, да? Ну-ка, давай вот так вот эти берем, 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 берем. Вот они мне уже, получается, не нужны. Так, вот этот и вот этого, да, мы продаем, получается. Так, давай продаем. Тогда продали.
И вот этих мы надеваем. Вот эти у нас крутые питомцы. Так, надели, все, и урона теперь у меня еще больше стало. Я еще больше должен собирать, по сути. Так, а сколько у меня стоит следующий рюкзак? Наверное, очень дорого. 9000 стоит следующий рюкзачок. И хочу сказать то, что здесь у нас можно за 10000 купить пропуск вообще в другую локацию и посмотреть, что же там у нас будет. Но в целом я хочу вам сказать, если вы хотите продолжение, я жду от вас, как всегда, целую кучу лайков. Ну там 1000 будет хотя бы, то будет продолжение. А я пойду здесь дальше собирать яички и развивать своего персонажа и питомцев. Надо мне здесь 9 яичек собрать, потом их всех вырастить, и потом мы пойдем с вами дальше изучать этот мир. Ну, а на сегодня у меня все. Не болейте, ребята, не скучайте. Пока-пока.